Всем привет, добрый вечер. Ну, мы покулинарили дома, а теперь будем кулинарить на улице. В общем, покажу вам, как я делаю иван-чай черный гранулированный. Я все время делаю. Вот муж мне целую кучу нарвал иван-чая. Видите, цветочки и иван-чай. И вот такие прутья от него остаются. То есть, вот видите, я обдираю. Вот я уже в пакеты наложила. Он должен здесь пролежать ночь. Мы должны его еще так помять. И он у нас должен ферментироваться. Ферментация должна пройти у него. Затем мы его на мясорубочке. Ну, а потом будем... Смотрите дальше. Оставайтесь со мной. Вот такие дела. Будем чай пить свой черный. Можно и зеленый, и черный. Но я и сушила это прошлый год себе травку эту, короче, крученую только посушила просто. И такой зеленый чай оставила. С цветами, с листьями. Ну, вот такой, крученый только. Вот. И в духовке получается гранулированный черный. Так что оставайтесь со мной, будете увидите, как я буду делать. Ну вот, я сижу себе на улице, небо голубое, там вон солнышко, вот за кустами не видно. Вот такая красота. Вот у нас уже где-то, наверное, сколько уже, наверное, 8 часов, я думаю. У нас еще пока что белые ночи есть, но уже они начинают темнеть и... Где-то часа два ночи у нас есть. Ну, не сильно темной ночи, но так ночь. Ну вот, оставайтесь, будете смотреть, как я делаю чаек. Будем пить, а это моя красота. Вот. Ну ладно, друзья, будем продолжать работать. Вот, друзья, это я только что поставила. А это у нас там... сохнет. Вот так у нас иван-чай подсыхает. И так вкусно пахнет, запах клубникой с сахаром. Очень вкусно. Вот так вот, друзья. Вот такой у нас иван-чай. Он чуть-чуть, ну как, совсем пересушивать его и там жарить не надо. Вот он стал вот такой. Все, его сюда на стол. И здесь он дальше будет дозревать. А сам чай вообще будет готов только где-то через месяц. Он все возьмет, выделит все свои соки, аромат, запах, вкус. Это обалденно просто. Он представляет, вот сейчас запах клубника, и как будто клубника с сахаром. Вот такая. Дети пришли, говорят, такая вкуснятина пахнет. Вот так вот. Все, он будет до утра сохнуть. А там у меня в духовке другой. То есть по очереди буду делать. Ну вот, все, друзья. Вот такой вот у нас гранулированный иван-чай получается. Видите, он подсохнет и почернее. Это черный чай. Можно сделать также, натереть. Ой, накрутить также на мясорубке. Немножко его подвялить еще в духовке. Чуть-чуть. И сразу вытаскивать. И это будет зеленый чай. А это пока тут и цветочки, и листочки без стеблей, видели же. Вот, и мы всегда делаем. У нас в этом году немножко еще осталось, мы решили делать. Прошлый год мы уезжали в отпуск, мы не делали. Так что, вот так вот. Делайте, потом я буду делать листочки, собирать всех ягод, смородину, малину, потом земляничные, клубнику, вишню, ну, в общем, все иргу. Облепиху. Все листочки буду собирать также. И будем точно так же делать чай. Ну вот. Так что оставайтесь со мной. Будем следующие рецепты. Чаи делать с вами. И варенье я вот сейчас варю с клубники. Ну, в общем, всего делаем. Подготовка на зиму. Сегодня всех 14 бройлеров зарубили. Все заморозили. Завтра будем тоже пробовать их. Буду домашнюю лапшу делать и в духовке запекать.
Ну ладно, друзья, оставайтесь со мной. Всем пока-пока. С вами была Людмила и канал Кулинариум с Людмилой и наша жизнь на севере. Вот так, друзья, все растет. Всем пока. Друзья, хочу вам... Да просто я вышла на балкон самодельный наш. Вот, и показать сразу вам. Здесь у меня тоже огурцы растут. Я, видите, их мульчировала сеном. Картошка хорошая у нас. Ну, в общем, что, сделала я чай себе зеленый. Вот, и мне муж там прибил гвоздики. И вот везде, в общем, малина, смородина, вишня. Потом там клубника и ирга. И потом даже этот барбарис. Ну, в общем, вот тут он мне прибил гвоздики. И вот так я повесила венечки. А там еще, говорит, два кустика каких-то лежало малины. Я, говорит, тоже сделал, прицепил. Ну вот, в общем, вот так как-то отсвечивает, получается темно. Ну, в общем, видно, что мои венечки вот будут у нас на зиму. Ну вот, друзья, это вот такой чай будет. Значит, там черный у меня чай этот, иван-чай, это тут вот разный. Будем листочки просто добавлять. Ну вот и все. Такие дела. Хорошо, пока. Всем пока.